Показалось. Или ты сейчас быканул?
A few minutes later. Звучит специально для пацанов. Что-то мне даже этот какой-то. Да пошел там. Не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Да хрен вы что делаете? Данная ситуация действительно была весьма опасной для меня, поскольку когда едет машина встречная, то нежелательно обгонять вот таким образом рядом идущую машину, поскольку возрастает риск того, что можно задеть об зеркало или об корпус автомобиля, и ты просто попадешь под колеса, поскольку очень-очень маленькое расстояние остается между рулем и машиной. Поэтому я рекомендую вам ездить аккуратно, не делайте таких ошибок.